Всем привет! Мы находимся на ВДНХ, павильон 75, выставка «Охота и рыболовство в России». Сегодня у нас 44-я выставка. Мы зайдем. Сразу скажу, что на этой выставке я не буду снимать обзор по рыболовным новинкам. Для меня это меньше интересно. Будет обзор по манкам от компании Red, компания Манков, компания школы охотничьего мастерства и очень важная новинка — это стикхан. Посмотрите, у них очень много интересных манков. Также будет отцеп для якоря. Посмотрите, очень интересная вещь, мне кажется, для тех, кто будет пользоваться, ну, кто пользуется якорями, якорится на лодках, там, на катерах. Мне понравилась вещь. Вот. Так что смотрите, будет интересно. Меня зовут Олег. В общем, приходит мужик на рыбалку. Ой, сидит, час сидит, два сидит, ну клюет. Раз, карасик маленький клюет, маленький-маленький карасик такой. Смотрит на него, смотрит, блин, раз его в стакан опустил с водкой и бросил. Такой клев пошел, просто щука. Окунь, здоровые такие все, кабаны. Щука с окунем лежит, как бы три такие говорят. Вот карась, гад, наливаем, там, пускай. Две пачки силикона, тебе пачку, а, ты не играл, а, нет, я тоже начал две пачки, что на тебе работать, для спиннинга держать, ну и ты же на спиннинге, ну и огонь, все. С вами был Ромарио Агро и все мои подписчики, самые лучшие, самые преданные, кто пришел ко мне на викторину. И на раз, два, три, раз, два, три, четыре! На этой выставке компания Манков представляет новый манок на весу. У нас до этого был манок «Писк мыши». Это манок универсальный, он изображает писк мыши и крик раненого зайца. Два основных звука, которые работают для того, чтобы результативно охотиться на лесу. Он просто в управлении, вот, небольшой, компактный, есть отверстие для подвесов, чтобы его подвязать. И звучит это так. Два звука, писк мыши, повторюсь, и крик раненого зайца, вы зажимаете зубами и выдуваете, при выдуве немножко зубы ослабляете, и получается звук. То есть один более тихий, это как раз на коротке, когда уже зверь подошел близко, и для дальнего призыва крик раненого зайца, то есть он будет очень интересный и громко слышно. То есть очень удобно, у вас в зубах, соответственно, как говорится, манок, в руках оружие, вы готовы. А пластик это не хрупкий? Нет, пластик прочный, то есть ему в принципе не страшны никакие температуры. Ну да, потому что основная охота идет в феврале, во время там, ну, да, январь-февраль. Там погода может быть и плюсовая, вот теперь бывает и серьезный минус, поэтому перепады ему не страшны, то есть он удобен, прост и в принципе довольно-таки компактный. И вот любому, как говорится, обывателю, охотнику, в принципе, довольно просто подстроиться под него и выдавать необходимые звуки. Намного проще, чем, допустим, с кутиным манком или с гусиным. А цена его? Цена его розничная, 500 рублей. На нашем рынке аналогичных манков, которые совмещали бы два звука, это диск мыши, повторюсь, и крик раненого зайца, наверное, в такой ценовой категории вы не найдете. Причем те, которые удобно, компактно и
довольно-таки интересно, когда создают звук. Потому что обычно бывает либо один звук, либо второй звук. То есть это наличие двух манков. Этот манок универсальный, простой. А забиться он, в принципе, ничего не может. То есть можно всегда его продуть. То есть он всегда будет готов. Разбирается он или нет? Да, при желании разбирается, но здесь есть определенное, как говорится, да, то есть расстояние. Пластинка, да? Да, пластинка и расстояние. То есть, по идее, разборка, в принципе, не требуется. То есть он всегда за счет упоров, да, то есть сквозные отверстия. То есть можно спокойно продуть, если что-то засорилось. Промыть также. Да, промыть. Здесь это прямые плоскости. То есть никаких уступов, нигде ничего не засорится. Поэтому проблем с ним не возникнет. Мы сами, так как охотники, мы эксплуатируем, тестируем. И прежде чем, как раз прежде чем, чтобы выставить на продажу. Все. Спасибо вам. Конечно. Приходите еще, да? Да. Что, как вообще у тебя в этом? Так, ребят, вот ситуация на дне, допустим, вы зацепили свой якорь. И происходит так, что вы не можете его вытащить. Но благодаря вот этой штуке, смотрите сейчас, что произойдет. Якорь спокойно освобождать. Неважно, какая коряга здесь будет, какие ветки, у вас спокойно ваш якорь вылетит. И вы его благополучно достанете. Сайт adk.com.ru. Якорный отцеп. Здравствуйте, компания Стихан, Сергей. Мы представляем 4 новых манка. Называются они Стихан Art Limited Poles. Сделаны они все из акрила. Первое, с чего мы начнем. Манок, вот они все 4. Адреналин. Каждый наш манок уникальный, имеет уникальный номер. Всего вот таких манков сделано 777 штук. Вот этот, например, 105. Они бывают как одна, так и двухязычковые. Удобные. Бегает,
кстати, получается неплохой гусиный манок деловок. Вообще. Так что очень такие много вот новинок, да, Tech Hunt. Так что я думаю, весной у вас будет народу много. Да. Так, компания. Компания Seven Brains. Seven Brains. Да. Располагаемся мы территориально в Воронеже. Мы являемся производителями. Не просто магазин, мы и производим. И вы создали вот такую новую. Да, все. Это металлический каркас от носа до хвоста. Профиль, все соединения внутри каркаса это сварные, то есть ни одной пластиковой клипсы, защелки или еще чего-то. А если, допустим, я эксплуатирую жесткую погоду, да, допустим, дождь, вода, снег, ветер, внутри вода. Ржавеет? Нет. Что касаемо плохой погоды и осадков, за счет того, что чехол у нас из ткани, она дышащая, специальная. Но влагостойкая, ткань, да? Даже не то, что влагостойкая, здесь другая фишка. В том, что намокнув, любой материал, все что угодно мокнет, намокнув, он выветривается. 5-10 минут он выветрился, продышался, он сухой. Он не покрывается инеем и не бликует. Материал матовый, никакого повестки не дает. Ну и да, комплект он идет сразу в сумку. И вам не надо, взяв там 2 десятка и думать, какой же мешок из-под сахара мне их засунуть. Цена комплекта? Комплект идет из 13 штук, 850 рублей штука. Сами колья, на которые он крепится, они тоже, кстати, металлические. То есть, если грунт промерзший и похож на бетон, его надо долбить, забивать. Есть возможность забить, да? Никаких проблем. Колья стальные, на них можно верхом залазить, молотком дубасить. Отохотились 2-3-5 сезонов, хотите поехать в другой регион, попробовать охоту на серого, на куменника, на желчевую казарку, без проблем. Ребят, переделайте мне, пожалуйста, вот хочу стайку, там 20 штук, хочу съездить. Вот, перешили чехол, все, у вас новые вкусы. Понятно, спасибо вам. Пожалуйста, приходите, обращайтесь, возьмите скидочки. Ну что, ребят, вот и попали мы на выставке «Охота рыболовства на России». Это 44-я выставка проходит на ВДНХ в Москве. Были новиночки от компании Shock Hunter, Stick Hunter. Зашли в компанию Red по производству мотор. Зашли в компанию Motor. У них новинок не было, но был только один молочек на лесу. Так что я думаю, кому понравилось.